Приветствую вас на моем канале простых, быстрых и красивых причесок. На этот раз сделаем с вами вот такую прическу. Делается она, конечно, очень быстро и просто. Поделим волосы на две равных половинки. Начинаем плести с одной стороны обыкновенную косичку из трех прядей. В конце фиксируем плетение тоненькой силиконовой резиночкой. То же самое проделываем и с другой половинкой волос. Плетем также классическую косичку из трех прядей. Фиксируем косичку также в конце резиночкой. А теперь продеваем одну косичку через другую. Я продела сначала правую косичку через левую. А затем продеваю и левую косичку через правую. А теперь фиксируем две косички вместе резиночкой. Прическа готова. Быстро, просто и красиво. На этом все. Спасибо за просмотр. И до скорой встречи на моем канале простых, быстрых и красивых причесок. Пока!